Елабужский институт ведет подготовку кадров с 1898 года. И сегодня мы представляем нашим абитуриентам 12 направлений подготовки, более 40 профилей подготовки. Сегодня мало кто, наверное, знает, что означают слова «тьютор», «ментор стартапов», «экопросветитель». А это будущие педагогические профессии, образование 21 века. И этим компетенциям и этим навыкам можно научиться в нашем Елабужском институте Казанского федерального университета. Наш институт является исполнителем грантов Министерства образования и науки Республики Татарстан, Российской Федерации. В нашем институте, согласно программе развития, обновлена лабораторная база. И именно это дает нам основание утверждать, что у нас современные образовательные программы, которые, конечно же, помогут воспитать классного специалиста. А для тех, кто выберет непедагогические направления подготовки, наличие на нашей территории особой экономической зоны Алабуга дает уникальную возможность прохождения производственной практики и стажировки на современных предприятиях. Наши студенты интересные, творческие, спортивные, с удовольствием занимаются творческой и научной работой и очень любят спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник», в котором можно не только отдохнуть, но и получить дополнительные компетенции и навыки в летних и зимних школах. Я с удовольствием приглашаю всех для получения образования в наш Елабужский институт Казанского федерального университета, в вуз, который когда-то сама закончила. Учись в Елабуге, учись в федеральном университете.